туристический рюкзак Red Fox на 80 литров. Можно брать за ручку, можно крепить на этой стяжке пенку-палатку. Здесь у нас молнии UK. Вот даже написано на них. А здесь есть нижний доступ для спальника, для обуви. Можно крепить пенки-палатки на фастексах. Все это снимается. Здесь действительно функциональные стропы с запасом ленты. Вот столько. Снизу есть отделение для бутылки на стяжке. Дальше. Значит, вот спинка. Спинка с широкой площадью поясничной подушки. Здесь есть регулировка спинки по размеру. Можете подобрать себе удобный. Твердые лямки, каркас на поясном ремне. Вот еще такая есть регулировка дополнительная на стропе. Собственно, дополнительный карман для пенок, для аптечки, для дождевика и всякой мелочи можно сюда положить. Вот клапан регулируется на этих стропах. И здесь есть третья стропа дополнительная. Еще ручка, чтобы хватать. Вот